Всем привет, хорошего настроения. Здравствуйте, дорогие единомышленники. И снова в эфире наша незаслуженно подзабытая рубрика «Не слететь с катушек». Мы так с вами не дослушали мое давнишнее приобретение. На Авид, по-моему, купил какие-то древние катушки на пленке тип 6, а может даже тип 2. Я тут, негодяй такой, слушал их на Астре 110-й. Ах. Очень жалко ее головки. Вот. Но все равно скоро собирался их полирнуть. Так что, в принципе, ничего страшного, думаю, не произошло. Поэтому сегодня достал из экспозиционного фонда свою любимую кометушку. Комета МГ-201. Это ее последняя реинкарнация в серо-стальном таком голубоватом корпусе. Замечательный трапециевидный чемоданчик. И давайте мы на ней, соответственно, послушаем то, что, собственно говоря, на подобных магнитофонах и было записано. Итак, возьмем вот из этой пачки коробочки, стопочки, вернее, уже небольшой стопочки коробочек, очередную пленку «Ленсовнархоз. Управление промышленности. Культ товаров». Еще видите, время совнархозов, это хрущевские времена. Управление промышленности культтовара, завод фотопринадлежности почему-то. Ленинград, восстание 24. Даже примерно представляю, где это было. Кассета для ферромагнитной пленки номер 13. Емкость 200 метров. Что там еще? Тип 1. Как это? Это тип кассеты. ГОСТ 61-го года. Артикул 0,84, 1778, сорт 1, цена 55 копеек. Ну, год после 61, то есть полрубля она стоила. ОТК, количество, дата выпуска, размер. Октябрь 63 года. Ну да, то есть уже такие деньги послереформенные. На обратной стороне написано «Песни дробь Клячкин», «Песни гражданской войны и прочее», «Хазарская осень», «Снежный человек», «Кабистан». Кабистан? Наверное. Ну что же, наша комета готова что-то нам сыграть, поскольку зеленый глаз ее магически уже засветился, а мы открываем коробочку, видим там вот такую 13-ю катушечку, как-то она так не очень аккуратно намотана, но зато с рекордной лентой, это радует. Так, комета у нас была на 19 скорости, переключим на 9. Переключать скорости в комете можно только при включенном двигателе, иначе пасик слетит с положенного ему места. Здесь скорость переключается пасиком, и будет большая беда. Хорошо. Все мы делаем правильно. Перемоточка здесь зверская, потому что на перемотку работает отдельный двигатель. Итак, друзья, такое простейшее управление магнитофоном. Еще мне нравится. Все три клавиши лентопротяга. Запись, стоп, воспроизведение. Ну, правда, еще клавиша блокировка записи, клавиша паузы. Ламповый магнитофон. Ну что ж, послушаем ламповый звук в родном исполнении. Щебенка струей сквозь щели в потолке. Скорее, скорее спасать ребенка. Ну что же будет и что успеть? Деревья клонятся на панели. Комочек в горло подкатил. Не надо плакать, я все успею. Я просто зеркало подхватил. Я поставил мир на место, веревку туже завязав. Спокойно спите, отцы семейства. Я все придумал и не сказал, что дело было совсем иначе. Разбилось зеркало пополам, но это в общем так мало значит. Висит другое на радость нам. Отражается дом напротив, он вертикален, как все дома, а мир надежен, устойчив, прочен, мир на веревке и вся игра.
Ударились мы прожектором, раскрылись ее глаза. Колеса крутнулись где-то, качнулась назад земля. Упали рельсами руки, комочком назад прости. И чьих-то фраз перестуки, ах, тормоз не отпусти. Но я рычаги бросаю, поезд мой так открыт. По этим рукам я знаю, на взорванный мост летит. И дымом все то, что мелко, и все клапана закрыт. Танцует черная стрелка на красной черточке взрыв. Шатается поезд пьяный, глотая черный туннель. И эхо хохочет в стены, не верь ты ей, не верь. Я больше с собой не спорю, и вдруг впереди светло. Радости или горю, но кажется пронесло. На этот раз пронесло. Зачем меня, как девочку, ты рядышком сажал по очереди пальчики? Зачем мне слова, какие игры, солнышко, осталось нам сыграть по выдернутой кошке? И ты сказал, пора. Желанькой, послушай, ах, быть в беде, последняя игрушка, зайчик на воде. Перебегают зайчики веселые, как ты, ах, мостик не качается, я у перил крутый. Вот такая была первая часть этой пленки, друзья. В принципе, мне кажется, какие-то интересные достаточно песни. Ну, а продолжим мы во второй части нашего обзора. А я пока откланяюсь. Всем привет и хорошего настроения. Всегда с вами Сергей.